Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, продолжаем наши танцы-мансы. Мансы-танцы. Блин, и вот у меня сейчас на самом деле дилемма. Джезебет, это, конечно, хорошо. Вот этот Малик, он бежит к этому городу. И вот у меня сейчас на самом деле один простое... О, кстати, форт этих. То есть, если я сейчас раскручу портал улучшенный... Ага, Малик тпхнулся вообще в аут. Ну, тогда надо ждать. И он выбежал из того портала снова. Так, мы скупили нормально армии. Тут нам... А, ну, в принципе, у нас уже не осталось. Сейчас этот герой нас... Блин, ну вот эти их, конечно, синдромы недобегания. И там уже он следующий бежит. Ну, 18 нормально. У нас больше прирост. Так, можно отстраивать в других городах что-нибудь. Пока вместо вот этих, например. Так, тут угроза средняя. В принципе, уже, ну ладно. Давайте посмотрим. Ага, он попёр. Он... Вот же сволочи, а. Вот пошли, пошли их мансы. Так, нам тем временем надо здесь воскресить у нашего героя. Затарь... Блин, тут и армию-то не купишь. Ну ладно. Я тебя перенесу сейчас. Давай улучшенным порталом. Я тебя отправлю куда надо. Так, Ирис. Ладно, Ирис, пока жди. Ой, хорошо, он назад побежал. А тот вперед. Непонятно, короче, они там что-то замудрили. Перемудрили. Так, ну мне бы надо бы вообще, чтобы они мансанули ко мне. Так, этот побежал в ту сторону. Хорошо. Этот тп-аут. Малик тп-аут. Все, супер. Выдвигаемся туда. Так, этот бежит. Но он, по-моему, еще... Кстати, вот эти пассивные, их можно было бы зацепить. Так, ну ладно, я сейчас вот игру... Хотя, в принципе, загружу автосейв. Он, по идее, должен не добежать. Да, он не добежал. Так, насколько он серьезный? Высокая угроза. Ну, то есть, в принципе, у него останется один замок. Один. Замок? Реально один. То есть, я сейчас возьму... А ну-ка, как тут? Высокая. Ну, я сейчас возьму вот этот. Ну, один дракон нормально там, не так. Этот же, я так понимаю, тоже полностью отстроен, все дела. У него остался один замок. У меня замка три. Вот тут библиотека. Сейчас мы, кстати, выдвигаемся сразу ее закрывать. С одним замком он, в принципе, нам ничего такого страшного, угрозы не представляет. Так, давайте выдвигаемся. Ага, снесли. Знаю, как близко находятся эти врата. Закрыть ворота. Так, теперь нам надо пойти закрыть ворота. Так, отлично. Там чуваки по библиотекам бегают. Этот к ним прибежал. Видимо, армию поставить.
Блин, что ж ты у меня такой медленный-то, а? Так, а чё в утопии? А в утопии там... О, кстати, кстати, кстати. Вот этих надо зацепить. 60. Блин, ладно, если чё, автосейв. Сейчас пусть они подбегут ко мне. Или мне с ними подраться вообще? Может, мне с ними подраться? А я... Не, они бегут прям целенаправленно ко мне в этот замок. Так давайте я с ними подерусь. Если они двумя армиями. Ага, одной. Ну хотя бы пусть одной. Хотя бы пусть одной, да? Ну я на 100 тысяч купил популяции. Так, этот оттпшился обратно. Небольшая угроза. Будешь нападать? Или не будешь? Нападает, ну, тут незначительные потери. Так, мне надо забежать. Блин, а он бежит уже той армией. Блин, надо закрывать все-таки ворота, несмотря ни на что. Иначе они будут спауниться нереально бесконечно. А, ну он к форту бежит, слушайте, это ерунда. Форт пусть берет, форт, на форт мне вообще пофиг. Мне надо закрыть ворота. О, он развернулся и бежит уже куда? Ко мне, наверное, да? Малик непонятно куда бежит. Так. А я бегу закрывать ворота. И заодно сейчас отожму вот этот форт. Все, они уже ТПшки крутят, этот уже бежит не к замку, этот уже бежит тоже туда. А мы закрываем ворота. Все врата. Отлично, шикардосно. Ворота закрыли. Вот так бы сразу. Так, и теперь мне надо отжать, по сути, один замок. Забираем этот форт. Сразу же его перестраиваем. Перестраиваем этот. Дракон лишним не бывает. И выдвигаемся туда. Тут угроза серьезная, но я не думаю, что он будет нападать. Он побежал за моим тем замком. То есть он мне как бы предлагает размен. Так, короче, пока беги сюда. Он мне предлагает размен замком сделать. Этот зашел. Вот же зараза, а. А я не добегаю сюда. А улучшенным я прилечу в нижний. Нет, тогда так не будем мы делать. Тогда мы сейчас загрузимся. Где? Вот, вот здесь, да? И будем драться с этим героем побочным. Надо его выносить, иначе я потеряю замок, а у них армии все растут и растут. Надо, чтобы им неоткуда было спауниться этим демоном. Просто ушатать их. Ты все. Так. Этот форт еще не мой. Форт, естественно, перестраиваю. Блин, ну что так долго? Эти анимации перестроек не на самом деле нафиг не нужны. Так. И теперь выбегаем и тоже в ту сторону. А, что будешь делать? Побежишь, а я ж тебя догоню. Говнюк ты эдакий.
Я тебя догоняю. По потерям 3 дракона. Ну, это допустимо. Допустимо. И теперь выдвигаюсь за вот этим замком. Все. Выдвигаюсь за вот этим замком. Ага, ты размен? А хренушки тебе. Вот тут я уже уверен, что я прибегу быстрее. И еще один. Ага, вот он ТП раскрутил. Вынужден крутить ТП. А мы сюда врываемся. А мы сюда врываемся. А он туда еще не успевает. Так, все, надо взять сейчас этот замок любой ценой. Тут немного защиты. Так, все. Блин, у меня не хватает кристаллов. Да что за ерунда, чтобы его перестроить? Мне надо, чтобы у меня хватало кристаллов. Так. Перестраиваем его. Все, осталась последняя армия. Точнее, две армейки демонов. Но это уже ерунда. На 100 тысяч покупаем. Ну, сколько там нам? 18 надо. Ну, 26 хватит. Остальное в бабке. Вот так вот. Все, у меня 35 дреков. Я готов принимать бой на любой территории. А какой вообще уровень угрозы? Высокая. А здесь тоже высокая. То есть и они бегут четко к замку тому, да? Ну да. А Малик бежит к форту? А, нет, они решили разделиться. Ну, базовым порталом я сюда прилечу. Готов, встречаю гостей. Встречаю гостей, готов к битве. Так, тут мы ничего там не, нельзя купить. Итак, раунд 1. Один дракон. Нормальные потери. О, плащ тьмы. Это аж ассасиновский. Там, по-моему, ворота какие-то открылись. Слушайте. Да. Демоны отступают в глубину библиотеки. Мы побеждаем, но война еще не окончена. Отлично, так. Что мы тут построить? Это все лабуда. Так, неужели этот Малик со мной решил биться? Ой, как хорошо, что ты не добежал за один ход, а решил разбафаться. Опа! Блин, прирост 16 штук. Так, все, отлично. Он свалил. Бежим в глубину библиотеки. Хренячить демонов там. Угу, Малик выбежал. Так, ну два этих это несущественные потери. Так, сразиться. Тут мы, естественно, победим. Так, Малик бежит за мной. Вот он, форт. Берем форт. Нейтральные существа. Какого черта? Так, отлично, еще одна шахта. Сейчас мы это все дело перестраиваем сразу же. Это мы тоже дело перестраиваем. А куда он так спешит, этот Малик?
Кулон мастерства. Лабуда лабудой. Преследовать так. Так, ну ему тут еще бежать и бежать. Нормально. Нету никакой шахты, чтобы указала, где... Ага, вот он, замок. Кирилл, смертельно. Орда тысячи, полчища тысячи. Блин, ну я нашел, в принципе, замок. Ладно, давайте загрузим тогда. Ну, не такой сильный ход. Ну, вот этот ход назад, скажем так. Сейчас мы Малика спугнем, потом затыпыхаемся в тот замок, потом его... Ну, тут нам, в принципе, отстроить все замки. И вот такой вот ордой просто вылавливать Малика. Я не думаю, что у него там большие армии будут идти. Ну, точнее, большие потери он нам будет приносить. Нам главное, чтобы те потери, которые он нам приносит, были как бы поменьше, чем... Вот. Да. Будет ли он нападать? Нет, нападать он отказывается. Видите? Каков подлец. Так, нам надо таким образом сейчас отстраивать города. Все. 13 кристаллов. Так, давайте по кристаллам что-то решать. Отстраивать приросты драконов. Минотавров и прочего. И в свое же время лететь сюда базовым. Так, отстраиваем города. Кстати, там еще форт не наш. Ты бы купила популяции. Смертельная угроза, да? Ладно. Ох, Малику долго там бежать. Прибежал. Ну, летим сюда. Сейчас Малик ляп и ТП раскрутил. Ой, это забавно, конечно. Так, а ты, в принципе, тут рядышком, да? Строим, строим города. Строим, строим города. Так, опять кристаллы, да? Угу. Малик опять какие-то маршруты выпиливает. Так, ну купи себе лучников, стак. Дрейк это... Чё тут как угроза? Смертельная до сих пор? А чё там за... А что там вообще в этом форте-то? Откуда оно? Тысячи, тысячи... Тысячи? С хрена ли там тысячи, тысячи, тысячи? Тысячи, тысячи! Откуда он их, извините меня...
Блин, ну опять не хватает этого. Так если там тысячи, 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 там для меня, блин, высокая угроза. Не говоря уже о... А на Малике какая угроза? О, уже небольшая. Ну, это радует. Так он что вообще бежит, непонятно. Он нападать, что ли, будет? Я как бы только за, если он будет нападать. Я вот 17 дрейков еще прикупил. Я сам на тебя могу напасть. Ну ты провокатор. Так, все, он улетел. Я в таком случае предлагаю сейчас базовым порталом прыгать сюда. Так, давайте тут что не построено еще. Блин, тут еще дофига на самом деле что не построено в этих городах. Ну, здесь все. Здесь все. Здесь все. Так, ладно. Пропускаем ходы. Все, иду я, наверное, драться с главным их боссом. Ну, это уже будет в следующем выпуске. А этот выпуск я тогда на этом закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.